Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Лукина Мария Владимировна. Моя семья получила земельный участок в 2014 году на территории Республики Мариэл, деревни Абшак-Беляк. На данном участке не представляется возможным построить ничего по причине отсутствия инфраструктуры. Я неоднократно обращалась в правительство Республики Мариэл и получала ответы: нет денег, нет планов и нет стратегии развития данной территории. На данный момент я нахожусь на своем участке, где видно, что нету ни дорог, ничего, ни газа, ни воды, ни только свет. И то провели недавно. Прошу вас принять меры по исполнению 600-го указа от 2012 года. Спасибо.